Скорочение часу знаходжения транспорту у пунктах пропуску на мяжи с 3 годин до 15 хвилин. Это стало махчима дякуючи эксперименту, який проводит мытный комитет. Теперь оформление товаров, которые увозятся на территорию Беларуси на автотранспорте, здесьняется у автоматичном режиме. Але это не значит, что фискальное ведомство не будет контролировать такие товары. Компьютер без участия таможенного инспектора выдает разрешение на помещение товаров по таможенной процедуре таможенного транзита при их ввозе в Республику Беларусь. Для участия в этом эксперименте привлекаются только добросовестные участники внешнеэкономической деятельности. Это лица, обладающие статусом таможенного перевозчика, либо статусом уполномоченного экономического оператора. Первые выники эксперименту затекавили субъекта внешнеэкономической деятельности. Тому мытный комитет планует повеличить колькость его удельников. Могилевские предприемства и ожидают принять удел в эксперименте. А первым ответную заяву мытный комитет накировало предприемство «Могилев Лифтмаш». Thank you.